14 февраля 1945 года. В течение 14 февраля севернее и северо-западнее города Быдгощ наши войска в результате наступательных боев заняли более 50 населенных пунктов. Войска 1-го Белорусского фронта, сломив сопротивление окруженной группировки противника, штурмом овладели городом Шнайдемюль, важным узлом коммуникации и мощным опорным пунктом обороны немцев в восточной части Померании. При ликвидации группировки противника, окруженной в районе Будапешта, войска 2-го и 3-го украинских фронтов взяли в плен 12 700 солдат и офицеров противника, большая часть из них раненые. В числе пленных командир 1-го венгерского армейского корпуса генерал-полковник Хинди, командир 12-й венгерской пехотной дивизии генерал-майор Бауман. За 14 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 90 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 25 самолетов противника.